Привет, YouTube! Привет, подписчики канала! Вы вновь на канале Combat Knife в поисках лучшего тактического ножа. Я продолжаю обзор ножей фирмы Браунинг. Если отцом-основателем огнестрельного оружия фирмы можно считать Джона Моузеса Браунинга, то основателем ножевой индустрии можно смело считать работающего в фирме Браунинг Расса Камера. Он много лет является заядлым охотником и имеет богатый опыт использования ножей для охоты на медведя, лося и другого дикого зверя. Страсть этого человека к большой охоте с 1984 года повлияла на его желание совершенствовать оружие самообороны. В результате и появился целый ряд моделей тактических ножей, о которых мы продолжим рассказывать в нашей второй части обзора ножей фирмы Браунинг. И сегодня на обзоре ножей Браунинг два тактических ножа. Модель первого это 356 и модель второго это 415. Ну, рассмотрим сначала 356. Качество исполнения и тактико-технические характеристики первого ножа такие. Общая длина 221 мм у него. Длина клинка 95 мм. Длина рукоятки 125 мм. Сталь на клинке 440 Си. Нержавейка, скорее всего. Закалкой 57 HRC. Тип клинка Танте. Имеется небольшая серрейторная заточка на клинке. Спуски вогнутые. Рукоятка изготовлена из стальных накладок с рисунком под такую вафлю. Ну и логотип по центру Браунинг. Так. Клипса у него тоже односторонняя. Имеется отверстие под темляк. Замок Liner Lock. Открытие происходит также мгновенно. Очень хорошо. Шпинек на клинке у нас двухсторонний. Под левую и правую руку. Вес ножа 245 грамм. Давайте еще раз посмотрим на этот нож. Нож имеет очень агрессивный дизайн. Ручка очень удобная у него. С глубокой подпальцевой выемкой. Вот. Очень удобно работать как прямым хватом, так и обратным. Торец ножа скошен и имеет противоскользящие насечки для удобства расположения большого пальца как в обратном хвате, так и тут тоже очень удобно в прямом. Нож хоть, конечно, и весьма тяжеловат, но весь вес, конечно, приходится на рукоятку. Это чисто тактический нож, сразу видно. Очень удобен в обращении. Вот такой вот ножичек. Перейдем к следующей модели. 415. Вот такая вот модель ножа этого. Ну и сразу озвучу
тактико-технические характеристики. Общая длина этого ножа 212 мм. Длина клинка 90 мм. Длина ручки 122 мм. Сталь на клинке 5 хром 15 молибден ванадий. Закалка 57 по Роквеллу. Толщина в обухе 3,4 мм. 4 десятых. Тип клинка танта. Спуски вогнутые. Рукоятка выполнена из алюминия. Ну и покрашена в черный цвет. С клеймом посередине в виде звезды такой вот. С двух сторон. Очень удобная подпальцевая выемка. Здесь очень удобная подпальцевая выемка. Очень глубокая она. Вот. Предотвращает соскальзывание руки в любом направлении. Здесь вот на спинке сделаны тоже противоскользящие насечки. Торец тоже имеет противоскользящие насечки. Вот. Также скошен под углом. Таким. Что дает дополнительные свойства при самообороне в закрытом его состоянии. Вот. Клипса здесь у нас не переставляется. Имеется в торце два отверстия под темляк. Вот. Замок Liner Lock. Открытие происходит за плавник, но необходимо усилие руки. Ну или за шпенек. Вес ножа 158 грамм. Вот такой вот нож. Смотрите еще раз. Он очень удобный, легкий, удобен в обращении. Отличный тактический нож. Очень хорошо в использовании для ближнего боя. Вот. Оба ножа отличные тактики. Выбор только за вами. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И помните, что только трус ходит без ножа.